Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать в этом уютном, прекрасном зале. Мы такие разные, могут сказать героини нашего сегодняшнего концерта, потому что каждая идет своим творческим путем, и каждая уже добилась прекрасных результатов в этом. Вот в направлении эстрадное пение нам бы сегодня хотелось показать вам совершенно разную стилистику. Вы услышите джазовое пение, народную стилизацию и авторские песни, которых, например, у Василисы Матвеевой накопилось уже на 2 сольных концерта. Представляете, какие таланты! Вот. И так сложилось, что на нашей кафедре музыкального искусства и эстрады работают 3 замечательных преподавателя. Это Ирина Борисовна Бархатова, преподаватель Василисы Матвеевой, Нина Вячеславовна Богданова, преподаватель Кристины Кудровой, и я, Наталья Владимировна Толмачева, преподаватель Камилы Краян. Спасибо большое. Мы сегодня представим вам результаты нашей работы. И вы сегодня всех этих людей увидите на этой сцене. Я думаю, каждая расскажет про свою ученицу лучше, чем я. А я хочу представить вам Камилу. Камила сейчас живет в городе Ишим. Ей 11 лет. Наверное, многие знают эту душещипательную историю, как она ездит ко мне на занятия за 300 километров. Это дорогого стоит, ребята. И она с детства, с раннего детства увлечена джазом. Как это могло случиться, спросите вы, живя в Ишиме? Вот это сила искусства, дорогие друзья. Когда мы с ней познакомились, ей было 8 лет. И конкурс назывался «Будущее начинается здесь». И вот тогда будущее для нас началось с ней. С первых же уроков мы начали заниматься джазовой импровизацией. Как вы сегодня уже услышали, это ей замечательно удается. И, конечно, любимая часть урока, когда мы с Камилой импровизируем, когда я беру микрофон или сажусь за инструмент, и у нас начинается джем-сейшн, и только дорога и Камилины родители могут остановить нас и сказать: «Все, хватит, нам уже пора, урок давным-давно закончен». Вот. Ну и еще один фактик, когда мы на втором занятии узнали, что у нас дни рождения в один день, мы поняли, что это судьба.